Всем добрый день! Вы на канале вязания Тангелины Азимов. Сегодня хочу показать вашему вниманию вязание вот такой красивой пряжи, красивой шали, слонимские петли и вот такие пышные столбики, как сердечко. Вязание, наверное, самое простое, какое только может быть. Раппорт узора, один ряд, который мы все время повторяем. Предлагаю посмотреть. Я хочу показать вязание на голубой пряже, потому что на белое тоже не все воспринимают, как и на черной. Вот. Поэтому берем голубые ниточки. Слонимская пряжа. Давайте я покажу немножко на другом цвете. Завязываем узелок, и нам нужно еще вот такую петелечку сделаем, вытягиваем, делаем накид, накид проводим в петлю, между петлей и накидом делаем еще один накид, так, еще разочек, ниточка запуталась. Делаем накид и провязываем. У нас получилась петля Соломона. Небольшая, не маленькая. Еще раз вытягиваем примерно на 0,5 сантиметров. Накид проводим в петлю. Между петлей и простой ниточкой делаем накид. Две петли провязываем вместе. Еще разочек. И еще мы провязываем начальные 4 петли Соломона. И теперь, когда у нас 4 петельки, мы замыкаем в круг наш первый ряд. Готов. Теперь нам нужно провязать еще 3 петли Соломона. И запомни, что в самом начале, как и в самом конце, у нас будет 3 петли Соломона. 1, 2 и 3. Теперь начинаем вязать узор. Вытягиваем 3 петли Соломона. Поворачиваем работу. Вот у нас, смотрите, 2 петли Соломона внизу, 2 петли Соломона вверху. За 2 верхние мы начинаем вязание пышных столбиков. Вот петля Соломона, 2 у нас петли, 2 ниточки вверху, 1 внизу, за 2 ниточки, за 2 мы вяжем раз накид, вытягивание, 2, 3, 4. И точно так же со второй петлей поступаем Соломона. Накид, вытягивание, 1, 2, 3, 4. И теперь все петельки, все, нам нужно провязать вместе. Провязали. Еще одну петелечку сделали. Вот это наш узор, который мы будем постоянно повторять. Теперь 2 петли Соломона. 1, 2. И еще третью петельку нам надо, но мы ее провяжем немножко по-другому. Вот там, где у нас заканчивается наше сердечко, вот в это место, вот сюда, в узелок, мы вяжем вытянутую петлю. Вот она у нас. Вытягиваем и вяжем, как петля Соломона. То есть у нас в самом конце тоже образовалось 3 петли Соломона. Как и в начале, 3 петли Соломона. Внизу ромбик. Вот и все. Теперь наша задача в первой петле во второй провязать вот такое сердечко. И опять в первой, во второй. Для этого мы набираем 3 петли Соломона. 1, 2,
и 3. Это легко запомнить. 3 петли Соломона. Набираем, поворачиваем вязание, и вот перед нами 2 петли. Нам нужно провязать точно такое же сердечко из пышных столбиков. 1, 2, 3, 4. И со второй петли Соломона. 1, 2, 3, 4. Делаем то же самое. Протягиваем, провязываем, закрепляем. Вяжем петлю Соломона 2 раза. 1 и еще 2. 2 петли. Теперь наши красивые петельки первого ряда вот мы пропускаем, а во второй петле мы вяжем то же самое. 1, 2, 3, 4. И опять 1, 2, 3, 4. Провязали, закрепили и вяжем 2 петли Соломона и третью вяжем от самого конца. Так, ниточка расслоилась, и вот наш пышный столбик, и за эту же петельку мы с вами завершаем вязание ряда. Вытягиваем и петля Соломона. И у нас получился второй ряд. Смотрите, первый ряд, второй ряд, 3 петли, и 3 петли Соломона у нас есть. Таким образом будем вязать все время. То есть мы начинаем вязание с набора 3 петель Соломона. 1, 2 и 3. Поворачиваем вязание, разворачиваем вязание. И что мы видим? Наша задача теперь, у нас было 2 пышных столбика. Теперь мы его будем раз вязать, этот пышный столбик, 2 в шахматном порядке и 3. А между ними 2 петли Соломона. То, что мы с вами уже и делали. Узор очень простой, и он повторяется все время. 3 петли Соломона связали. И сразу же начинаем вот свободные петельки. Вот у нас 1, 2, 3. И сразу же в первую петлю Соломона начинаем вязать пышное такое сердечко. 2, 3, 4. И в следующую петлю 1, 2, 3, 4. Подхватили, провязали, укрепили. 2 петли вяжем. 1 и 2. Находим следующие 2 петли Соломона. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Протянули, провязали, укрепили и набрали еще 2 петли. 1 и 2. 2 петли Соломона. И вяжем по порядку.
Раз, два, три, четыре. Следующую петельку. Раз, два, три, четыре. Протянули, закрепили, укрепили. Две петли Соломона. Раз и два. Две петли. За ту петельку, за последнюю, которую мы с вами вязали, пышный столбик, за узелок, присоединились, провязали петлю Соломона, чтобы у нас в конце было их три. Вот они у нас. Раз, два, три. Что мы с вами получаем? Вот такую красоту. Теперь у нас уже раз, два, три пышных столбика. Три петель Соломона с одной стороны, три петли с другой. Вот такое несложное вязание, которое, я думаю, уверена просто, что может повторить каждый. Огромное спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. На хорошего размера шальку нужно грамм 100. У меня 100 грамм. Получается вот такая невероятная нежная красота. У меня ангора. И немножечко она пышненькая, да? Предлагаю освоить такую красоту вместе со мной. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. И смотрим бесплатные видео-мастер-классы на моих каналах. До новых встреч!